Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 30 тысяч рублей – сумма не лишняя, да и перспектива загреметь за решетку за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, тоже нерадостная. Но, увы, многих это не останавливает. Как сообщает отдел ГИБДД по Кирову, за первые 6 месяцев этого года дорожные полицейские задержали в областном центре почти 600 нетрезвых водителей, либо водителей, которые отказались от освидетельствования. По вине пьяных шоферов в городе произошло 23 автоаварии, в которых один человек погиб. 35 получили травмы. Трасса 101. Стоимость литра 92-го бензина в 2024 году приблизится к 50 рублям. Это прогноз Министерства энергетики страны. Сейчас же, уверяют чиновники, с ценами на автомобильное топливо все в порядке. Скачков ни вверх, ни вниз не предвидится. Позиция властей остается неизменной. Рост стоимости горючего в течение года не выйдет за пределы инфляции. Трасса 101. Министерство внутренних дел предложило немного изменить водительские удостоверения и паспорта транспортных средств. В первом случае речь идет о добавлении словосочетания «driving license», как принято во многих странах. В ПТС же хотят уточнить перечень данных, которые вносятся в графу «особые отметки». Кроме того, будут изменены правила оформления дубликата паспорта после его утраты. Трасса 101. «Рено Аркана», который с помпой запустили в продажу год назад, так и не стал популярным. По официальной статистике, кроссовер не входит ни в первую, ни во вторую десятку наиболее покупаемых новых авто. Стоит он сейчас от 1 миллиона 89 тысяч рублей. Причин, уверены специалисты, несколько. Одна из них заключается в том, что на «Аркана» не распространяются программы льготного кредитования. Злые языки поговаривают, что модель скоро рынок покинет. Нет. Трасса 101. Q4 Sportback e-tron – так называется новый электрический кроссовер от Audi. Машина получила два электромотора с суммарной мощностью немногим более 300 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 6 секунд, запас хода почти 500 километров. Батарею можно зарядить до 80% всего за полчаса от обычной розетки. Немцы говорят, что через 5 лет в их линейке будет 20 электромобилей, а соотношение их продаж с традиционными авто будет примерно 50 на 50. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.